8 марта готовятся все. Цветочники заказывают букеты, магазины затариваются подарками, и даже фабрика елочных игрушек «Ариэль» не устояла. Здесь создали особенную весеннюю коллекцию. Наступает весна. Мы к этому сезону готовимся. Во-первых, к празднику женскому, к 8 марта. Мы в этом году создали небольшую коллекцию, в которую входят шары и подсвечники, на которых изображены цветы. Главным цветком коллекции стала роза. Она распустилась везде, и на вазах, и даже на елочных игрушках. Такой нежный цветок никогда не завянет. Кстати, все изделия выполнены в особой технике. Это не самая простая задача была перед нами с точки зрения художественной, потому что не любой художник на нашей фабрике справится с такой техникой росписи. Это удается на сегодняшний день только одной художнице нашей фабрики. Но возникла эта коллекция, можно сказать, совершенно спонтанно. Мастер осваивала новую технику. Получившиеся результаты так понравились, что это легло в основу новой коллекции. Кстати, кроме розы, на фабрике рисуют одуванчики и ромашки. Вот так в одной комнате поселились сразу три времени года. За одним столом зимние мотивы, за другим осенние, а на столе Надежды Бугровой царят весна и лето. По-разному стилизованные. То есть розы они по-своему стилизованы, одуванчики вот по-своему. Их листья и, как видите, вот они такие объемные. Здесь губка используется, здесь совсем другой материал для цветных. Вот. Все это надо тоже подготовить, чтобы начать работу. Весеннюю коллекцию только-только начали отрисовывать, но спрос на нее уже есть. Впрочем, это неудивительно, ведь такой подарок захочет иметь каждая девушка.